Сегодня в IT-парке прошла четвертая по счету торжественная церемония вручения грантов от правительства Республики Татарстан на право подготовки специалистов по направлению прикладная информатика. В очередной раз его получила высшая школа ИТИС. Таким образом, республика уже четвертый год поддерживает нас в деле подготовки специалистов для будущего IT-отрасли в Татарстане, в том числе и для города Иннополис. В этом году у нас было 109 студентов, которые платят обучение сами, 100 грантов, 44 бюджетных места. В общей сложности в этом году Министерство информатизации и связи вместе с IT-парком выделяет нам порядка 350 грантов. В этом году по качеству приема на бюджетные места мы вошли в тройку лидеров. Наряду с Высшей школой экономики, факультетом Яндекса и университетом ИТМО в Санкт-Петербурге. Грантовая модель обучения лежит в основе ИТИС. Высшая школа готовит специалистов по направлению прикладная информатика в форматах промышленных лабораторий по принципу обучения через практику. В этом году в ИТИС были впервые выделены бюджетные места, которые достались первокурсникам, набравшим более 250 баллов по ЕГЭ. В этом году первый раз у них вообще появился бюджет. Грант сейчас всегда. Раньше первые 100, какое-то определенное количество человек, высшие по рейтингу ЕГЭ, они получали грант. В этом году, однако, появилось 44 места бюджетных, а после них только 100 грант. Для того, чтобы получить грант, нужно было сдать ЕГЭ больше, чем 221 балл, и верхняя планка была 250 баллов. По окончании торжественной части мероприятия директор высшей школы Айрат Хасьянов ответил на вопросы первокурсников. Юные айтишники интересовались, когда они смогут начать работать в лабораториях, можно ли внести изменения в расписание и где студентам можно пообедать менее затратно. Лиана Сыномян, Руслан Уразаев, Универньюз.